Есть. Давай иди сюда, дружок, где ты? Где ты? О! Хорошо сопротивляется, но тоже поприятнее будет. Вот он, красавец. О, хорош. Как же он хорош, как же он приятен на уваживании. Замечательный волжский басик. Да, сегодняшней рыбалкой, конечно, я очень доволен. Таких окуней мне не часто удавалось ловить. Просто замечательно. Конечно, порадовала и оснастка Риг, которая просто превосходно работает. Никакие другие приманки здесь просто нереально так провести, так подать. Вечереет. Я думаю, на этом будем завершать. В сегодняшней ловле я применял удилище ГАД подразделение Чейзер с тестом до 18 грамм. Длина удилища порядка 2 метров, 2 метра 15 сантиметров. Удилище быстрого строя, хочу подчеркнуть, не сверхбыстрого, не экстрафаста, а именно фастовое удилище. Несмотря на его такой небольшой тест, казалось бы, 18 грамм и фастовый строй, на это удилище я спокойно вываживал щук 4 килограмма. Причем в густой траве, где она могла нырнуть в траву, удилище вполне достаточно его хорошо держало. Что очень важно, когда достал щуку в 4 килограмма, она держалась буквально вот за краешек. Сразу, наверное, бросилось в глаза, что катушка именно бодкастинговая. Почему именно мультипликатор? Ну, тут есть в данной ловле, я считаю, неоспоримое преимущество, потому что очень часто приходилось сбрасывать леску и опять подматывать. Если в безинерционной катушке нужно было руку убирать с рукоятки, открывать дужку, скидывать, обратно закрывать, то здесь это все просто происходило нажатием. Я подматывал, отпускал, подматывал, отпускал, сбрасывал. И вот таким образом я, то есть, более скачкообразно облавливал горизонт. И вот эта вот вертикальная составляющая подъема-опускания, подъем-опускания окуню, именно и нравилось. Потому что просто обычная проводка, то есть попадались участки, где травы достаточно мало было, просто равномерная проводка, ему было неинтересно. То есть именно вот этот подрост, вертикальная составляющая.